К отопительному сезону энергетики готовы, а вот управляющие компании региона – нет. На сегодняшний день задолженность обслуживающих организаций перед поставщиками составляет 3,5 миллиарда рублей. Лидерами в черном списке неплательщиков стали потребители Саратова, Балакова и Энгельса. Причем, отмечают специалисты, статистика прошлого года зафиксировала задолженность на 400 миллионов рублей меньше, чем в аналогичный период 2015-го. По мнению энергетиков, практика прошлых лет показала, что в сложившейся критической ситуации нужно действовать методом кнута и пряника. Безусловно, в этом году мы будем заходить в отопительный сезон, как положено. Но это не означает, что у всех клиентов будет тепло. В первую очередь будет подключена социальная сфера. Те потребители, которых мы имеем право не включать, те, которые не оплатили нам задолженность за прошлый год, безусловно, будут без тепла до тех пор, пока полностью с нами не рассчитаются. Призвать к совести нерадивых коммунальщиков энергетики просят жителей области. Для этого они проводят акцию «Поторопи коммунальщиков», в рамках которой предоставляют собственникам квартир информацию о сумме долга управляющих компаний перед теплогенерирующими организациями. И просят потребителей не платить сомнительным коммунальщикам, а переводить деньги за отопление напрямую поставщикам теплоэнергии.